Всем привет! В этом видео я расскажу, как создать установочную флешку с macOS Mojave для обычного ПК. Правда, если у вас уже установлен Hackintosh. Если вы его еще не установили, попробуйте сделать это с помощью моего предыдущего ролика. Ссылка будет в описании. Итак, сперва мы должны отформатировать флешку. И для этого мы запускаем дисковую утилиту. Обязательно выбираем меню «Показать все устройства». Выбираем нашу флешку, «Стереть диск», пишем название, формат macOS Extended журналируемый. Схема разделов GUID. Стереть. После есть два способа. Первый и самый верный. Вы скачиваете версию Mojave из App Store. После того, как она закачалась и появилась в разделе программы, вы запускаете терминал. Вставляете команду, которую я оставлю в описании. Вводите пароль и смотрите за началом создания загрузочной флешки. Вариант 2. Вы скачиваете образ Mojave либо с сайта Apple, либо с другого источника в виде файла. Правой кнопкой мыши «Показать содержимое пакета», папка «Contents», далее папка «Ресурс». В ней находите и перетаскиваете файл в терминал. Правда, перед появившейся строчкой дописываете начало команды из описания и концовку. Далее запускайте Clover, который тоже прикреплю в описании. Раздел Mount EFI. Находите вашу флешку и нажимаете Mount Partition. Открывайте раздел, в который нужно скопировать загрузчик. Папку EFI, если быть точнее. Свою конфигурацию я оставил в описании. Однако вы можете попробовать искать и сами. Google вам в помощь. Просто перетаскивайте папку EFI в раздел EFI. Перезагружаем ПК и ждем запуска установки системы Mojave. Далее эту флешку можно будет использовать и на других компьютерах с еще не установленной операционной системой. Разве что обновлять кексты в папке EFI. Но об этом в ближайших роликах. Задавайте свои вопросы в комментариях и пишите про удачные установки. На этом все. Спасибо за просмотр. Всем пока.